Хороший подарок получил диспетчер станции «Смоленск», сортировочная «Орловская», Николай Архипенков. У него появился необычный помощник – телевизионная установка. Простым включением он может сменить объектив или повернуть передающую камеру в любую сторону, чтобы внимательно и зорко оглядеть все свое большое и сложное хозяйство. Теперь перед ним все как на ладони. Седьмая цепь на третий путь. И Николай Архипенков знает, что пройдет еще немного времени, и таким же весенним днем на станции «Смоленск-Сортировочная» он будет формировать скоростные электропоезда. И делать это быстрее, чем сейчас, ему помогут новые, еще более совершенные приборы и механизмы.